Культовые персонажи фантастических фильмов – Хищник, Чужой, Герои Звездных Войн и множество безымянных биохимических монстров. Все это экспонаты недавно открывшегося в Санкт-Петербурге музея «Восстание машин». Его создатели говорят, что их вдохновили подобные проекты за границей. Они хотели ненадолго вернуться в детство и предоставить такую возможность другим. Судя по восторженным отзывам посетителей, эта затея организаторам удалась. В какой-то момент не доиграли в детстве, захотели железного настоящего Оптимуса Прайма потрогать, пощупать. Ну и очень хорошо относимся к радости детям. То есть, когда дети все это видят, ну мы тоже искренне радуемся. Ну вообще, это самая лучшая экскурсия в моей жизни. Я бы еще хотел сюда пойти. Мне очень нравится. Я сам посмотрел, и тоже там стоят вот какие-то терминаторы, какое-то вспомнил детство туда-сюда. Очень здорово. Все фигуры изготовлены в мастерской на территории музея. Основной материал – переработанные автомобильные детали. Здесь представлено около 300 экспонатов. Коллекцию планируют расширить, если музей начнет набирать популярность.